Каждый день на рифе идет борьба за выживание. И простейшие приемы могут стать решающими в вопросе жизни и смерти. Сбивание в косяки повышает шансы на выживание. Но ученые не могут в точности сказать, собираются ли рыбы вместе для социального взаимодействия, для защиты или просто ради экономии энергии. На глубине у самого рифа эти красные каранксы поворачивают с невероятной точностью. Они поворачиваются в плотном строю без каких-либо видимых признаков общения. Когда они плывут вместе, считается, что рыбы, держащиеся позади, тратят меньше энергии. Эти желтополосные ронки ищут защиту, собираясь в большие стаи на мелководье среди кораллов акропор. Ронки питаются ночью, и на закате косяки рассыпаются, рыбы отправляются искать пищу в одиночку. Днем они неподвижно зависают над изолированными рифами. Если им ничто не угрожает, с места их может сдвинуть только сильное течение. Рыбы обычно собираются в группы одного вида и размера. Это однообразие усложняет хищнику выбор отдельного объекта нападения. Также рыбы собираются для размножения, когда в косяки исступленных рыб самки поднимаются выше и мечут икру, окружающие рядом самцы ее оплодотворяют. Благодаря такому поведению рыбам удается более успешно питаться, передвигаться и размножаться, обеспечивая многочисленность популяции на рифе.